Такие посиделки на кухне в этой большой семье – обычное дело. Вся жизнь Эльмиры Бекташевой неразрывно связана с детьми. 20 лет преподавала в школе, потом помогала ребятам, которые остались без попечения родителей, в социальном центре Садко. А еще у Эльмиры 12 приемных детей. Старшие уже выросли, у них свои семьи. Семеро сейчас живут вместе с мамой. Квартиру выделил город. Это стало хорошей поддержкой для многодетной семьи. Домашними делами здесь занимаются вместе. Я не скажу, что я одна все успеваю. Я детей приучаю к этому. Например, я никогда не буду готовить одна дома. Я говорю, готовим сегодня что-то, да, готовим, давайте что-нибудь. Там дети иногда предлагают и начинаем. Кто-то картошку чистит, кто-то лук чистит. Также дома у нас всегда говорят, ну, у вас дома порядок. Несмотря на то, что много детей, я тоже ничего одна не делаю. Все ее дети – обычные счастливые подростки. Трое учатся в школе, четверо – студенты Новоуренгойского многопрофильного колледжа. Занимаются спортом, любят готовить, ходить в кино, гулять и кататься с горки. А еще все вместе заботятся о домашней любимице Клёпе. Семья – это, наверное, там, где тебя ждут, где тебя любят очень сильно. Из традиций у нас, пожалуй, ну, наверное, да, это, скорее всего, готовка. Мы любим готовить, там, торты всякие, ужин вместе готовим. Бывают иногда разногласия, но мы быстро находим компромисс. Мы любим играть совместно в игры, гулять там ходить. 3 раза за день с собакой любим гулять еще. Прошлым летом Эльмира Бекташева взяла под опеку 2 девочек из Донецкой Народной Республики – Камилу и Полину. Сестры рано потеряли родителей, несколько лет жили в детском доме. Из ДНР их эвакуировали в Курскую область, оттуда привезли в Тюменскую, где и состоялась первая встреча с новой семьей. Для меня удивительно было, они сразу такие ласковые на шею кинулись, обняли, поцеловали. Но мы с ними почти 2 недели по телефону общались до личного знакомства. Смешанные были эмоции, потому что я переехала вообще в другой город. То есть ничего не знаю, никого не знаю, ни, ну, в своем городе не было очень непривычно, не смешаны были. То было, ну, типа, радостно и весело, с другой стороны, было как-то, как это правильно сказать, не по себе. Все довольно-таки неплохо, мне помогают, меня любят, я счастлива. Все хорошо у нас в семье, отношения хорошие, понимающие, дружелюбные. За год девочки привыкли к новой обстановке и сдружились с другими детьми. Впрочем, иногда возникают трудности, но все они решаемы, потому что в этой семье царит атмосфера добра, тепла и доверия. Дарья Леонтьева, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».